Привет, друзья! Смотрю я пятый канал президентский, а это мои крестники, можно так сказать, вы помните, конечно же. И среди очень важных новостей... Забіг у ластах по піску і заплив з жовтими надувними качечками, влаштував пляжний патруль у гідропарку. І серед ще більш цікавих новостей, знаєте, ну, в принципі, це добре, так, по-європейськи, знаєте, не напрягаєсь. Національний рекорд України встановили на Трухановому острові у столиці. Квадрокоптер із 16-кілограмовою гирою. Віктор Прокопчук підняв на уступ 36 метрів. Хорошо би підняти на 36 метрів цю гирю, так піднести до Верховної Ради. Дождався, щоб хтось виходив. Підняв свого дракона на 36 метрів з весом 16 кілограм 300 грам. Новий рекорд України. Поздравления! Спасибо! Ура! Ну, теперь, как говорится, заживем. Так вот, среди всего этого очень важного и интересного, я нашел еще более интересное интервью с Кравчуком. Для нас честь поспілкуватися с першим президентом Украины. Леонид Кравчук погодився дати нам интервью. Я вам дуже вдячна. Да, я тоже очень благодарен Леониду Кравчуку, Леониду Макаровичу Кравчуку, потому что я хорошо помню годы его правления, я хорошо помню Кравчучки. Это когда все поголовно стали ходить с такими сумками на колесиках, вот, стали ходить, вот такой унылый, унылым стало все и сразу. Знаете, я помню эти купоны карбованцы, я помню, как я покупал себе ролики, и даже если у меня были деньги, я без этих купонов, вот таких отрывных, не мог купить. Я помню эти все хорошие времена, и тем интереснее мне всегда слушать этого человека, который постоянно выступает экспертом в украинских СМИ. Питание Крыму. Ну, ми знали, що на тому боці більша сила. Ми це добре знали. Ми знали, що ми не готові вступити у протиборство там, в Криму, з Росією. Тобто ми по Криму знали, що там сила сильна, що там через границю перейдуть, і как бы і все, і габздець буде. Но при цьому Кравчука щось явно не устраивает по Криму, а що іменно? Яка може завжди ввести великі сили, яких у нас тоді не було, тому що справжнє військо ми тільки зараз створили і створюємо. Ну, а сейчас-то уже можна було би, получається, дати відпор, тому що якщо настояще військо ми вже зробили, то можна і відпор дати, да? І зміцнюємо. Ну, знали. Але є одна річ. Не можна ставити за геройство те, що ми здавалися. За геройство, это геройство из этого делать действительно не стоит, потому что там некоторые Верховную Раду прошли, те, которые сдавались и кричали «Америка с нами». Вот. Но что хочет Кравчук? Кравчук хочет, чтобы тогда, ну, получается, хотел, чтобы тогда дали отпор, отпор агрессору. Я думаю, об этом тогда в Крыму мы хоть показали не все зубы, а частину зубов, не было бы. Не було можливо, б таких цитат, які, не було б, які не було б, можливо, Донбасу. Які зуби повинні були показати тоді в Криму? Тобто, треба було дати відпор, правильно? От як і я, в принципі, говорив, що Крим здали, да? Треба було вступати в якісь бойові дії з ким? З регулярною російською армією. Ну, якщо б Кравчук відправив туди всіх своїх родственників, да, і сам би взяв би берданку і відправився, це б звучало більше або менше. А просто вот так от на убой людей, ну, це інтересно взагалі. Ну, а взагалі інтересно, правда? Кроком руш вперед на Україну. А тут ми зупинили. От приклад вам. Зупинили, і вони не знають, що робити. Все загрузають глибше і глибше і глибше. Ну, окей, хорошо. Не було б, тут я, може би, даже согласен, тому що на Донбасі тоді вдруг рішили, що буде то же саме, що з Кримом. Нас присоединять до Росії і все таке проще. Но как надо было противостоять? Вот я не могу понять. В тех реаліях, да, с тем руководством, с Турчиновыми, со всеми этими. Как надо было противостоять? У мене багато зброї є, різні. Дарували, я купував. Я вже не раз казав, поки бачать очі, поки тримають руки. Ну, пристрілий Бетмен розповідає про те, що у нього стільки просто оружия, що він буде стріляти, якщо там в його дом будуть йти, в його помісті, якщо лізти будуть. А за територією помістя як? Бери берданку свою, хотів сказати нехороше слово, їжджай. Давай, покажи вищий клас в такому випадку, дедушка. На вашу думку, яка доля чекає на четвертого президента Януковича?
Ну, конечно, на канале Порошенко она про судьбу Порошенко не спросит, а вот про Януковича можно. Зрада. А зрада для президента, ну, мабуть, гірше вже не може бути. І тут нема чим виправдати. Да, предательство – это самое страшное. А интересно, расценивать ли как предательство сдачу ядерного арсенала? Вот мне интересно. А знаете, кто его сдал? Кравчук. Потому что довести, как робили спробу, что пришли якісь фашисти пришли до влади, якісь люди, які незаконно взяли цю владу, ну, це слова. Мудрий Кравчук пытается втюхать то, что все было законно. То есть на Майдане было законно. Причем, что до этого уже признали, что ну и что, что Майдан был незаконен. Да? Это говорили герои Майдана, которые сейчас находятся в Верховной Раде, не будем тыкать пальцами. То есть это публично говорилось. А на Майдане что, законно было? Нет, на Майдане было незаконно. Но Кравчук этого ничего не заметил. Все было законно. Були вибори, йшло все по Конституції, по закону. Так, були випадки незаконності, коли там десь в області чи десь в іншому регіоні, ну і на Майдані стріляли незаконно, звичайно. Але ж це не означає, що беззаконня було в цілому. Ну, стріляли незаконно, понятно, на Майдані. Ну, це ж не значить, що беззаконня було в цілому. Дійсно, звісно, не значить. Є багато людей, які ще вірять міфи в казки. Ну, скажімо, є люди, які вірять, що Україна без Росії не може. Мені може. Прямо розказують. Вірять. Може, каже журналісточка. Мені інтересна одна історія по поводу експорту. От я тільки позавчора узнав, що після вже підписання соглашення об асоціації експорт в Євросоюз упав на 12%. Это странные цифры, как мне кажется, как это диверсия. А экспорт в Россию упал на треть. В свою очередь, давайте вспомним, что говорил Петр Алексеевич Порошенко. Что у нас экономический там крах, все такое. В частности, из-за торговой войны, которую нам объявила Российская Федерация. Так если мы можем, тогда давайте торговать четко с Евросоюзом, правильно? Доля торговли с которым у нас значительно меньше, чем доля торговли с Российской Федерацией. Тогда зачем говорить о том, что россияне плохие, потому что объявили торговую там какую-то войну? Если мы можем прожить, то давайте жить. І кажуть, Леонід Макарович, як ми проживемо без Росії? Ні, ну просто не можемо і все. Міф. Какой смешной дедушка, если еще и забыть о том, что он был членом КПСС и активно сотрудничал с этой самой РСФСР и с руководством Советского Союза, в частности, так вообще можно. Партийный функционер, знаете, вот если вот это вот все забыть, отбросить, то мудрые вещи человек говорит. И Россия, и ее роль, и ее значение для Украины – это миф. Конечно. Тут даже однозначно. Ну, страна, с которой больше всего торговля идет, и какая-то ее роль – это миф. На самом деле это миф. На самом деле. Если она лежит, а Россия на ней. Это для нее подходы. Только Украина начала пручатись и сказала «ні». Мы підемо. Я думаю, куда пойдем? Лежать под кем-то другим? Думаю, что совсем дедушка поплыл. Іншим шляхом мы підемо и будем сповідувати європейські цінності. Росія почала нас бити. Вот так вот. Оказывается, Россия начала нас бить после того, как мы заявили. Мы будем исповедовать европейские ценности. К слову, заявление о том, что мы будем исповедовать европейские ценности, это поступило еще 3 года назад. Исповедуем уже? А все горячі точки, які є тут, і Сирія, і всі інші, їх десь 6-7, скрізь присутня Росія і її війська. Это где? В Ираке, в Афганістані, я что-то не понял. Это в Ливії, да? Это везде там? Я что-то, ти заговариваєшся вже, дідуля. І війська. То Захід і цивілізований світ зрозумів, що Росію змінити не можна. Вона є духовний агресор. Та й ладно. Україна має стати дзвоном, який б дзвонив всім, всьому цивілізованому світу. Яка є Росія?
Хорошая такая роль у страны, вообще у Украины, звоном стать, чтобы всем звонил, какая плохая Россия. Я же говорю, как-то брошенная тёлка, да, которая везде бегает и рассказывает, какой плохой ее бывший. Извините за такое сравнение, но это он хочет, чтобы моя страна вот такой вот стала. Трамп. Ну, на выборах. Він не фальшував. Він тоді ще вірив в Росію. Вірив в Крим. А знаете, что изменилось с Трампом, который так верил в Россию, верил в Крым? Он пообщался с Путиным и понял, кто это. Але коли зіткнувся безпосередньо з Путіним, з іншим міністром закордонних справ, і побачив цих людей, їх філософію, він зрозумів, що інакше не можна. Треба поставити бар'єр. Яка мудра людина Кравчук, а? Но на самом деле, ведь мудрый человек, ведь стоит того, чтобы приезжать к нему и интересоваться его мнением. Вот Трамп пообщался с Путиным, думает, не, надо их останавливать, а? У него гуманизм, духовные силы, я наголошую, духовные силы, у него відданості цивилизации немає, у него есть одна єдина думка. Великая Россия. Это он про Путина. Ну, да он рекламирует его или как? Это, я не знаю. Мне кажется, что как-то это плохо, да? Была бы страна родная и нету других забот. У России людина не є цінною постатью. Страна. А в Украине культ человека. Вы знаете, каждый человек, он вот, вот поэтому они и телами и складывают. То трезубец сложат, то там это слава нации своих тел. Вот, вот последнее, да, последнее. Вы видели эти фигуры? Вот это как раз-таки вот когда фигуры из тел, когда одно тело ничего не значит. Ну, может быть, точка, знаете, вот разве что точка. Вот это как раз-таки и подчеркивает ценность именно человека, личности. Даже бродяга Байкал переходит, он ни про что не спит. О родине что-то поет. Так. То есть все поют о родине. Не то, что у нас. Поют о родине. Людини немає. И характер Путина, в ньому немає людяності. Бесчеловечный просто человек. Но вот по поводу того, что в России, я не знаю, что в России, там пусть разбираются в России. Но это сидит человек, который живет в Украине и видит, какое сейчас отношение к личности в Украине. И он говорит, что там где-то поют постоянно про родину. А у вас не поют постоянно про родину. Одно и то же, а? Летіли дикі свині, моя родина, батьківщина. Тобто, ви бачите, що... У каждого сидит маленький Путин. Ты лучше помолчи вообще. Лучше бы помолчала. Да, дай мудрому человеку сказать, что... Россия говорит, мы воюем против... Она вроде такого не говорила, что мы воюем против Украины. Ты чего? Она не говорит, но мы знаем. А, вот оно как. Ну, просто заговаривается. А мы говорим, нет, у нас АТО. Это кто говорит? Порошенко постоянно говорит, наша война с Россией, агрессия, война с Россией. Все говорят, война с Россией, просто они не записывают это на бумажечке, война с Россией. Говорят, а то хитрецы. Трамп побачив Порошенко живым. Это добре. Ну, это же одна справа, дивиться далеко, а інша справа... Зрозуміти, що це за людина. Сісти і поговорити отак от один на один. А що ж це за чоловік? Трамп понял, що за чоловік Порошенко... И поэтому, мол, ну вон, Кравчук следил, там вроде как и руку Трамп вот так вот подавал. И, можливо, это ему импонует, потому что я так подивився, как они спілкуються, как он до него там и руку, и таке інше подавал. Я побачив, что тут десь контакт, контакт. Был. Контакт был. Ну да, а должен был встать просто и пёрнуть Порошенко в лицо, извините. А как он, не должен был руку уже подавать? Или что он должен был делать? Он на него и не смотрел, говорил в сторону как-то. Но Кравчук увидел свое. И на канале Порошенко об этом, конечно же, рассказали. В общем, что я могу, какой вывод могу сделать? Вывод могу сделать только один, что всегда Украине везло с президентами. Всегда. Вот так вот как-то получалось. Знаете, наверное, народ не такой, да? Или все-таки какие-то не такие президенты? Хотя говорят, что народ достоин своих президентов. Пока.